Сейчас лето, у меня такое прекрасное настроение, и почему-то возникает непреодолимое желание попробовать что-то новое, необычное, сделать что-то, чего я раньше не делала. Наверное, у каждого из вас периодически возникает такое желание. К слову о новом. Совсем недавно попробовала необычный напиток Fresh Bar со вкусом коктейля Пина Колада. Он безалкогольный и очень вкусный. Я была приятно удивлена. Никогда раньше не пробовала ничего подобного. Всем советую. Его вкус мне напомнил о недавнем отдыхе, когда мы с семьей ездили отдыхать и загорали на пляже. Я там еще увидела у девушек классные переводные татуировки на теле и подумала, надо будет обязательно тоже попробовать такое сделать и поделиться с вами результатом. Сейчас среди модниц это настоящий тренд, прямо как в детстве. Только если раньше это были нелепые вкладыши из жвачек с мультяшными персонажами, то сейчас это действительно красивый и модный аксессуар. Делается это все очень просто. Вместе с моим идейным вдохновителем Fresh Bar мы превратим ее тело в полотно, на котором будет настоящее произведение искусства. Шаг первый. Выбираем место на теле, обезжириваем его при помощи тоника или лосьона. Вытираем насухо и прикладываем наклейку. Шаг второй. Нужно смочить ее водой. Теперь немного подождем и сделаем перерыв. Аккуратно снимаем слой бумаги. Вуаля! Золотистая татушка отпечаталась у меня на коже. Далее включите воображение. Можно творить все, что душе угодно.